Кто у нас пишет чатик, между прочим? Чатик хайпает? Чатик, надо хайпать. А, обычный спам. Ладно, продолжим, продолжим мы наш бой. Итак, Wild Throw. Дикое начало, диким броском. Итак, в угол, комбо с нокдауном, сейф джамп. В угол нас... Сложенный непонятно как Грит Север. Вообще непонятно. На этом уровне игры уже, видимо, тут какие-то более глубокие. Отлично, очень интересный сетап, но... К сожалению, не получилось. Все заблочил на Чирфл. Мачирфл, если вы можете заметить, прекрасно блокирует все набеги. И просто вот секунду слабости. Отлично. Мэтт, давай, кричат в зале. Просто вот Пауэр кусочек за кусочком отжирает, но Соу, насколько мы знаем, оверкил у нас любитель камбэков, и Соу показывает. Ай-яй-яй, это мало хилсы у обоих. Сейчас и закончится одна комбо с есть любой буст, стороны. Соло, и... Но порит Тренджу не подходит. Наказывается Грит Север, но не так, как нужно было бы. Сиэль, можно было бы сейчас пустить стрелочку, но... Нет, на попытке сблизиться. Антисипейтит, оверкилл убивает. Прекрасное начало для Кая. Вейт с КСЕ, замечательный лоу. Забегает в угол. Вейт с КСЕ Сиэльки. Но, оверкилл. Воспользовался отпорством. Но, тем не менее, возвращается в угол, уже больше половины жизни нету тем временем. Отличная комба, КСЕ Сиэлечка, все миксапы поблочил оверкилл. По-моему, в этом турнире в воздухе бросают только Кай. Заметьте, джастит, оверкилл, оба удара, 6 хс, вей, какая. Бейтил сейчас бурст, но слишком много яиц у оверкилла, настолько он мужик, что не стал там бурстить, и даже сейчас не стал бурстить. Знает все, что ему нужно делать. У него есть еще один раунд в запасе, если он сейчас отдаст бурст, ну, для него это просто нет смысла. Почти вернулся, почти вернулся. Так, финальный раунд у обоих по бурсту. Показывают ровную игру, очень. Стоит Марка, но не абьюзит Кай. Стрелочки летят простые, не попадает антиэйрами. Должен сейчас сблизиться с ним Сол как-то безопасно. Кай должен не дать ему это сделать. У Кая для этого есть только 6 пэй и 2 хс. И ДПшечка, которую могут забыть и не указать. Поэтому это очень отсейф опция. Каким-то образом снова не заблочен Грит Север, но отдает оверкилл тот самый курс для того, чтобы сейчас сохранить инициативу. И тем очень-очень-очень уверенно продолжает. Вейк, но перебивает. Под сейкой проходит Гранд Вайпер. И Брингер такой же, как Грит Север, просто такой же Брингер. Итак, поменялись местами, получится ли выжить? Нет, должен нет. Был быть тик-бросок или даст, но оверкилл на чеку. О нет, это... Победа оверкила. Почему? О нет. О да? О да? Нет, я за Мэдэн Чирфл все равно больше болею. Ну, предположим... Я считаю, что ему должно воздастся за те старания, которые он вложил. Очень жалко, что у меня был всего один Кай при себе, и я отдал его Авенлиспу. Нужно было заказать побольше каев для или того, чтобы отнять его отдать... у того, кому ты его отдал. Нет, не отнимаю. Так я не поступлю никогда в жизни. Нужно было просто заказать побольше каев и отдать к седушке. Кто знал, что так много каев будет у нас? Кто бы знал, да. У нас буквально кай-фест, кай-турнир. Обменялись ударами. Обмениваются. Никаких комп, либо порят, либо... Нет половины лужи, теперь у Соло. Зажимает в углу его. Загадывает и бросочек, но бросочек был не закидывающий в угол. Продолжает ковырять защиту. Одинаковое количество жизни, несмотря на то, что может быть больше инициативы проявлять. Неплохой Грит Север в этот раз. Опять бросок. Еще один вейт КСЕ должен был быть даст, но на зеленке слишком далеко укатился Сол, да, и не смог он это сделать. Итак, заправив даст, можно было бы, наверное, наказать его даже там.
довольно безопасно у нас играет. Одинаковое количество жизни, буквально чуть-чуть осталось. И сможет ли на чипе сейчас полностью весь... О, боже, это даст. Это даст. Говорят, давай, Мэтт. Мэтт, давай. Это великолепно. Это превосходно просто. Первый раунд в пользу Мэтта Чирпула. В этом напряженнейшем бою не антиэйрит должен был быть интересный сейджамп от Соло. Давит в углу, больше половины жизни нету, инициатива на стороне Соло. Нету бурста, чтобы как-то выбраться, нету миллиметра. О боже, это... А нет, получилось. Повторяется ситуация, но в этот раз он отбросил его назад. Потихонечку отбивает жизнь себе Мэвин Чирпу. Оверкил. Продолжает эту комбу, нокдаун и... Нет, не смог ничего результатить. Отталкивает его обратно. О, да, подсечка. 6 КС. Отлично! Великолепный бледшилд, и он дропнутая комба. Это не дропнутая комба, во-первых, бит красный, во-вторых, мог побурстить там оверкил, поэтому... Да, все правильно, простите меня, но забирает назад один раунд, и это может быть матч-поинтом для оверкила. Мэтт показывает просто всю мощь своего персонажа, но оверкил не так уж прост. Какая-то непонятная подсечка в воздух, перепрыгивает спокойно и наказывает ее Сол. Бросочек, отлично. И так продолжает прессинг. Давай, кричат в зале. О, боже, отличный бурстбейт! Но можно было потопить побольше. Вы стрелочки, которые оверкил съедает. Отличный бросочек, они сравнялись по жизням, 1-1 по раундам. Оверкил съедает даст, можно закомбить. Сейчас это хорошая заявка на победу. Преимущество по Хилсе, но воздушный бросочек есть. Курс у Кая. Не комбиться, второй удар. Боже, опять это... Еще немножко, буквально, Хилсой. Ждет этого достаточно. Грин-север! 1-1 по боям! Это потрясающе. Это просто великолепно. Драматическую паузу еще один раз выдерживает оверкил, разминает пальцы, собирается с мыслями, анализирует свои ошибки, чтобы сейчас совершить чудо. Победитель этого боя идет дальше, и проигравший покинет этот турнир. Безусловно, жить хочется всем. Итак, 1-1. Продолжается типичное противостояние Соло против Кая. Инициативу взял съеденный бандит Брингер, сразу лишает Кая бурста, но не наказывает при этом его за это Сол, хотя бурст был побейчен. Нету половины жизни уже из-за... Очень бугур без бурста, очень-очень плохая. Но есть половина метра, можно использовать. Можно, если получится. Но бросочек. Wild Throw, разумеется, в ожидании Dead Angle и Blitzshield'а. Вот это... Практически в перфект, очень уверенно оверкил, забирает первый раунд. Дал, собирался он. О боже, перебил он это. Итак, подсечка. КС, который Джастом владел. Снова два удара Джастом. Пытается отбить хотя бы по чуть-чуть жизни у Соло. Обмениваются они различными прыжками. Опять два джаста. Все блокирует, полностью все блокирует оверкил и отталкивает его зеленым блоком. Набралось метра на РЦ-шку из севера, но не стал сейвить. Практически не наказал оверкил. Сейчас север был сожран. Не бурстит оверкил, но и лук был запорот. Да. Квейк звездочкой, хорошая стрелка, держит оверкила в углу. Это был нечаянно, видимо, подвечный ДД, потому что был виден лаг мувмента. Тем не менее, гард Кая только что горел, как новогодняя елочка. Примерно так же горит сейчас лайфбар Соло. Нужно что-то делать, мне стал бурстить Соло опять же, потому что есть преимущество в один раунд.
конечно, и идет он его на следующую. Буквально одного тычка. Въезжает в ганплей. Сейчас можно наказать что угодно, нужен просто хотя бы трейл. Первый это, но наказывается просто. Оверхилл забирает этот бой. Буквально без бурста он просто на